ребят! Подождите-ка! Вы же не настоящие мстители! Скажу по секрету, Халк вас выдал! У нее новая блузка? Нет, ее уже видел. С этой юбкой она смотрится просто потрясно. Мне кажется, она отвернулась, потому что мы на нее стрёмно пялимся. Да. Слишком поздно. Вы, ребята, неудачники. Так вот, чтобы стать мстителем, у вас есть там типа испытания или любой... Просто не делай ничего, что сделал бы я. И уж точно не делай ничего, что я бы не сделал. Есть небольшая золотая середина. Действуй в ее границах. Это не обнимашки. Я открываю дверь, чтобы ты ушел. Удачи тебе, пацан. Слушай, я знаю школу отстой. Питер, ты слушаешь? Да-да-да-да. Я знаю, тебе хочется спасать мир, но... Ты еще пока не готов. Да ты же Человек-паук. Да нет же, нет. Нет, это просто костюм, это Но ты только что слез с потолка. Никуда не залазь. И держись подальше от проблем. А еще забудь про того летающего парня. О нем есть кому позаботиться. Я устал от того, что он обращается со мной как с ребенком. Но ты же ребенок. Это мой шанс проявить себя. Что с тобой происходит? Мне очень жаль, я... Не связывайся со мной, потому что я убью тебя и всех, кого ты любишь.